Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Недавно здесь прошли соревнования по художественной гимнастике под названием «Мисс Грация». В состязаниях приняли участие девочки 2013-2016 годов рождения. Сначала выступили самые юные участницы соревнований, для многих из которых эти старты стали первыми. И, конечно же, все участницы состязаний были награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Затем свое умение показали девочки 2014-2015 годов рождения, которые выступали в группе «Б». Это Алисия Федорова, Дарья Раимбекова, Эллада Беймирзаева и Фатима Незамединова. В результате проведенных соревнований третье место заняла Эллада Беймирзаева, второе место досталось Фатиме Незамединовой и первое место заняли сразу две участницы – Алисия Федорова и Дарья Раимбекова. Следующими на старт вышли девочки группы «Б» 2014-2016 годов рождения. В этой возрастной категории оказалось две участницы. В итоге на верхнюю ступень пьедестала поднялась Валерия Тодорова, а Адинай Суваналиева стала обладателем серебряной медали. Далее в турнире выступили девочки группы «Б» 2013 года рождения. Это Раяна Колпак и далее Сайфуллина и Эльдан Абакирова. В результате показанных ими выступлений третье место заняла и далее Сайфуллина. На втором месте расположилась Раяна Колпак, и победителем турнира стала Эльдан Абакирова. И в этой же возрастной категории в группе А выступили Кристина Русу, Софья Рязанцева, Амина Буларова и Кристина Кутенева. В результате их выступлений места распределились следующим образом. Третье место досталось Кристине Кутеневой, серебряным призером стала Софья Рязанцева, и первое место поделили Кристина Русу и Амина Буларова. Ну и в завершении соревнований воспитанницы Карвин Спортклуба продемонстрировали свое мастерство в командных упражнениях. В итоге отличилась команда в составе Арулзат Асанова, София Мищенко, Альбина Праздникова, Лия Рогальская, Русалина Русских, Кристина Русу, Амина Буларова и Софья Рязанцева. Они также были награждены медалями и подарками за первое место. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане.